Начало айскрим 6. Так, Майк, мы уже всех нашли, верно? Да, Джей. Теперь нам осталось найти Лиз и Чарли. Да, но как нам это сделать? Надо подумать. Подожди, кто-то звонит. Алло, кто это? Джей, это ты? Чарли? Ты где находишься? Я нахожусь в какой-то кухне. Не понимаю просто. Какой-то кухне? Это, видимо, ты находишься в гигантской кухне. Думаю, да. Такая же тоже здоровая. Ладно, будь там. Я тебя сейчас найду. Хорошо, Джей, пока. Пока. Майк, будь здесь. Никуда не уходи. Хорошо, Джей. Тише не будь искать. Хотя может мне получится войти в эту таинственную комнату, розовую комнату, точнее. Тут, видимо, замок, и он и очень старый, и может сейчас даже мне поддаться, сломаться может. Так, давай. Я открыл ее. Был здесь какой-то маленький мостик, который упал. Надо как-то. Так, надо мне, может, подняться на железные штучки. Не знаю, что это. Может, я смогу туда попасть. Залезу. Главное не упасть. Подняться штук. Фух, я попал сюда. Тут у меня это есть. Что это за комната? Невидимо. Надо сюда попасть. А что это? Где? А, это. Что это за генератор? Ну ладно. Мне кажется, тут у меня головоломка сделать. Это поможет. И куда-то разойти. Да, может подойти. И потом сюда. Так, настроим все. Настроено. Так, ага. Получилось. Может тут с трубой что-то взять? Да не, ничего не поддается. Ладно. О, замок открыт. Давай. Так. Это же именно гигантская кухня. Чарли, ты здесь? Да, Джей. Ты где находишься? Я в какой-то комнате нахожусь. Да, я иду. Продолжение следует.